Встреча с делегацией Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы прошла в Елабужском институте КФУ. Директор Елабужского института Елена Мирзон показала гостям возможности современных учебных аудиторий, лабораторий, лингофонных кабинетов. В состав делегации вошли начальник учебно-методического управления Галия Гельманова, руководитель управления научной работы и международных связей Евгений Соболев, директор Института дополнительного образования Гузель Калимуллина. Члены делегации посетили зал судебных заседаний, центр изучения китайского языка и культуры, музейный комплекс. В ходе беседы нашлось немало точек соприкосновения вузов. Интерес вызвала разработанная и реализуемая в университете в партнере система профильного образования, когда студенты выбирают один профиль подготовки, а второй профиль уже определяют через год после начала обучения из тех базовых профилей, которые имеются в университете. Был озвучен опыт реализации проектов, связанных с аудитом образовательных организаций. Здесь отрадно отметить, что Елабужский институт также проводит работу в этой области, реализует ряд поддерживаемых региональным министерством проектов по оценке состояния образовательных организаций, по организации курсов повышения квалификации, адресных, направленных на решение конкретно тех проблем, с которыми сталкиваются образовательные организации. Об этом много говорилось, но только сейчас мы приступили к реализации этих проектов. Также интерес вызвали проекты, которые реализуются в системе образования, в том числе проект наших коллег, связанный с повышением языковой культуры населения, связано с развитием башкирского языка, татарского языка, русского языка. Уже с момента вхождения в этот корпус, очень такой знаменитый исторический корпус, чувствуется педагогический дух, педагогическое сообщество, вот педагогическое желание, оно здесь не умерло, оно здесь очень хорошо процветает, оно здесь может быть другую жизнь, свое развитие, развитие своего жизненного цикла использовала, но тем не менее мы очень рады нашим коллегам, что они сейчас в развитии, в динамике, в очень хорошей динамике. Какие пути нашего дальнейшего сотрудничества мы видим? Это, конечно же, появление новых профессиональных стандартов, которые пугают наше педагогическое сообщество. Это появление в этом году национальной системы учительского роста, которая требует от нас, от педагогических вузов, воспитания уже нового выпускника. Вот в этой модели сопровождения профессионального роста первое звено – это выпускник педагогического университета. Это пересмотр наших основных образовательных программ. Вот когда мы уже ходили по вашим видели вашу материальную обеспеченность, мы уже увидели, что мы можем с вами очень активно сотрудничать в направлении педагогического образования, в направлении профессионального обучения. У вас очень большой шлейф этих направлений. Мы реализуем у нас только 4 направления. И, естественно, это все наши конференции, где мы будем обмениваться опытом. Нам есть что показать, нам есть чему у вас поучиться. Встреча показала, что педагогические вузы имеют много общих интересов. Визит даст старт новым совместным проектам и долгосрочному партнерству. Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, пресс-служба Елабужского института КФУ.